Я отправляю тебе код от гравилифта. Надеюсь, он еще работает. Дайте дорогу. Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности.
Вы же не хотите меня огорчить?
Замок был настроен на первый концерт Лейтнера. Тогда Майя впервые услышала его. И мы оба... Я почувствовал себя таким ничтожным по сравнению с этим талантом. Я тоже могу его играть благодаря нейромоду, но только мысленно. Вы использовали нейромод гостя? Я скопировал сканы и... спрятал их в транскрипторе. Создал свои моды. Я не горжусь этим, но рад, что так поступил.
Приближается оператор. Изучаю. Ваш костюм поврежден. Могу его починить. Работа выполнена. Приближается оператор. Морган, я к тебе присоединюсь. Не волнуйся, я не пытаюсь тебя надуть. Старший брат оставил тебе подарок. Правду, как я и обещал. Мне пришлось покопаться. Кто-то хотел спрятать это от тебя. Мой компьютер, еще одно видео. Посмотри его, тогда поговорим. Высылаю тебе пароль. Если, конечно, компьютер еще не взломан.
Доброе утро, Талос. Наш штатный психолог доктор Коль предлагает всем, кто страдает от нарушений сна, хронического стресса или депрессии, записаться к нему на прием в травмпункте. Меня зовут Морган Ю. Год 2035. Я на научной базе Талос-1. Дальше. Зачем нам это записывать? Да, за тем, что мой брат параноик. Психометрия показывает значимые изменения личности после испытаний новых нейромодов. Ну ладно. Я это по-прежнему я. В смысле, смотри. Получилось, Алекс. Работает. Радуйся, пока можешь. Через пару минут мы вытащим нейромоды, и на этом все закончится. Знаю, я все это забуду. Иначе никак. Вернемся к записи. Так, эти существа, тифоны, создают сложную структуру. Материал и цель неизвестны. Я думаю, это своего рода нейросеть, вынесенная наружу. Это должен подтвердить анализ. А пока я дала Алексу чертеж прибора, который ее выключит, если она вдруг выберется. Алекс просто его задействует. Как будто я тут ни при чем. А вдруг не выйдет? Выйдет. Поверь. Что еще можно сделать? Взорвать все? Ха, это не спасет нас. Допустим, сработает. Что дальше? Люди после нас будут умные, сильные, бессмертные. И пусть тогда судят нас. Но они будут знать, что мы сделали для них. Готово. Давай. Теперь ты знаешь. Я действовал по твоей просьбе. Я не думал, что ты мне поверишь, пока не услышишь собственные слова. Тесты. Они изменили тебя. Сперва немного, но по мере того, как удаляли твои воспоминания, я просто перестал понимать, кто ты. Я хочу вернуть свою сестру. И вместе с ней закончить то, что мы начали. Прибор, о котором ты говоришь, усовершенствованная версия нульволнового глушителя. Это единственный способ остановить тифонов, не уничтожая всего, над чем мы работали. Чтобы завершить устройство, нам не хватает кое-каких данных о Корале. Помоги мне с этим, Морган.
И тогда? Тогда я отдам тебе ключ. Ты вряд ли захочешь его применить, но все равно он твой. На столе я оставил чип. Чтобы просканировать коралл, тебе нужно модифицировать психоскоп. Я отправлю тебе координаты для сканирования. Морган, это видео... Я все еще сопоставляю его со своими задачами. Но если сканирование коралла даст вам доступ к ключу Алекса, то, возможно, это лучший вариант. Если вы узнаете предназначение коралла, это, возможно, усилит ваш... Но будьте осторожны. Время на исходе. Каюта люкс. Вы, должно быть, нравились Алексу? Да. Я жил по соседству с Кальвина. Беру свои слова назад. Вы совсем не нравились Алексу. Не думаю, что сейчас стоит клеветать на врачей. Кальвина погиб. И он был хорошим специалистом. Он заслужил уважение.
Забавно слышать это от вас. Ведь вы так уважили доктора Ю в лаборатории симуляции. Доктор Ю? Они оба одобрили эксперимент. Правда. А третья, доктор Ю, которая с нами. Не думаю, что наша Морган это одобряет. Морган. Я не понимаю. Спасибо. Странное чувство. В моих руках дар Лейтнера миру. Он не пропадет. Жаль, что моя жена его больше не услышит. Это смелый поступок. Вы добыли для меня коннектомы. Я благодарен вам. Я благодарен за все, что вы и Транстар сделали для меня. Я удивился, когда Алекс стал лично следить за тестированием, но он всегда приветствовал вас одними и теми же словами. Не волнуйтесь, по крайней мере о нас. Я и Январь, мы справимся. Морган. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Диагностируем ушибы, ссадины, усталость. Ничего смертельного. Я скоро поставлю вас на ноги. Готово. Заполнить анкету можно на стойке администратора.
Я думала, что мы умрем. Возможно, другие люди голодают. Вы все заберете? Лифты работают. Теперь мы можем сражаться за станцию. Николь. Значит, она погибла. Вы могли этого и не делать, но... Спасибо, мэм. Морган, прошу прощения. Когда вы исчезли в лаборатории симуляции, Сара поручила мне расспросить ученых из отдела психотроники. По-тихому. Потребовалось время, но я узнал, что вы были в лаборатории без вашего согласия. Я даже представить не мог. Когда мы об этом узнали, Сара сразу решила бороться с вашим братом, но все пошло наперекосяк. Я должен был работать усерднее, копать глубже. Ведь вы многим ради нас рисковали. Простите. Они так поглотили Еноха, сделали его таким же. Они этого хотят. Лифты заработали. Я могу попасть в жилую секцию и узнать, жива ли Николь. Доктор Морган, спасибо. Теперь у нас есть шанс. Это не искупает того, что вы с братом натворили, но вы лучше, чем казались. И драться тоже умеете. Если будете искать работу в службе безопасности, обращайтесь. Замолвлю за вас словечко. Зачем Кейт пошла в ваш кабинет? Вы с ней снова... А ладно, не хочу знать. Эта девочка, ее не разглядишь за факелом, который она тащит. Добрались до Кейт? Слава богу, я не верила, что она продержится. Знаете, если захотите работать в моей команде, когда мы выберемся отсюда... Я подумаю, но вам придется мне подчиняться. И я не всегда так дружелюбна. Не хочу тебя тревожить, но с платформы Аргус произведен запуск. Совет директоров узнал о том, что здесь происходит. Думаю, это было неизбежно. Поэтому нужно действовать быстро и решительно. Морган, они попытаются вывести нас из игры. Спасибо, что привели в порядок лифты. А спасательные капсулы? Что с ними? Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером.